Мы с девочками всегда участвуем везде во всех конкурсах. Особенно это, конечно, на косметологии, на пластике. У меня получилось как раз накануне 8 марта, 7-го, да, сообщили о победителях. И я была подписана на социальную сеть ВКонтакте, в Инстаграме. И на радио объявили, что вот я стала победительницей именно в розыгрыше LPG-массажа, именно по этому конкурсу. На данный момент LPG-массаж, он же дает тонус для кожи, он дает лимфодренаж, он выводит воду из организма. Это же идет выработка эластина, коллагена, а какой женщине нужен коллаген? В любом возрасте, что в молодом, что в более уже взрослом. Поэтому и я могу даже сказать, после первого, хотя вот уже делала этот массаж, после первого массажа я почувствовала, как будто я сходила в свой тренажерный зал любимый. То есть я хорошо потренировалась. Но заряд дает очень-очень хороший. Для организма, и для кожи, да и для настроения. Уютная обстановка, расслабляющая. Приветливый персонал, врачи здесь, конечно, на высшем уровне. Знакома и с пластическими хирургами, всегда очень приятно, потому что они везде все подскажут, расскажут. Я рекомендую LPG-массаж клиники Груздева.